Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill, самую первую часть. Мы находимся в школе. Где-то здесь наша дочь, судя по всему, потому что на ее рисунках была нарисована именно школа и было написано «в школу». Ищем. По городу бродят какие-то страшенные твари, поэтому все у нас довольно плохо. Надеюсь, здесь будет не так все ужасно. Потихоньку изучаем местные помещения. Здесь, судя по всему, довольно много всего. Поэтому давайте разбираться потихоньку. Не поддается. Здесь ничего. Ничего. О, ой. Все. Я вам могу гарантировать, что во дворик мы не пойдем. Ну нафиг. Вы видели вообще это? Ненормально. Так, а что тут написано? Это, наверное, какой-нибудь календарь там. Не поддается. Шикарно. Нам придется, похоже, туда идти. Потому что больше тут дверей не осталось. Через дворик мы попадем. А в дворике, по сути, я смотрю, ничего нет, да? Хотя, может и быть. Но для этого нам придется сейчас эти непонятные детишки или кто это там, перебить их, что ли. Раз, два. Нашу мать. Спокойно. Вон он, тварь. Что ж ты мажешь-то так в упор? Добить. Пакость. Так, зарядим пистолет. Патронов не очень много, надо экономить. Звуки просто ужасные, разрывают мне уши. Это, в принципе, характерная такая музыка для Silent Hill. Это что? Серебряная луна. Сюда, видимо, что-то нужно вставить. Стрелки остановились на 10:00. То есть это похоже, когда мы заходили только в школу, мы слышали бой курантов каких-то непонятных. Наверное, оно. Золотое солнце. Так, ну пока что более-менее вроде спокойно. Кстати говоря, с этими медленными тварями, я думаю, можно будет разобраться с помощью трубы. Посмотрим. Ты. Какая полезная функция. Целую кнопку занимает шаг влево, а другую кнопку занимает шаг вправо. Никогда не видел еще такого бездарного использования клавиш. Давай, касатик, целься. Свали. Ой, я фонарик потушил. Так, здоровье пока что терпимо. Давайте мы его с разводной трубой. С разводной, да. С водопроводной трубой познакомим. Да. Так, все, все уехали. Я, пожалуй, с трубой похожу, она мне что-то нравится. Фу, так, а куда мы попали? Не такие сложные эти твари, как могли бы быть. Но жуткие. Склад. Замок заклинило. Эту дверь нельзя открыть. Не поддается. Здесь у нас что?
Ну. Где кто? Ой, ой, ой. Это кто такие? Чё? Чё это было вообще такое? Ну, вроде безобидно, да? Может, мне здоровье снял? Да нет, вроде нормально все. Фу, что-то как-то я перепаратился даже маленько. Она похожа на свету, только видно было эту тварь. Или это ребенок какой-то был. Я не знаю. Так, а тут ничего? Нет, ну. Окей. Друг в нужде. Стен газета. Замок заклинило. Не открывается. Так, получается, у нас правое крыло, левое крыло. Сейчас мы пойдем в правое. Возможно, оттуда мы попадем в спортзал. И там два класса. И лестница на другие этажи. А, понятно. Не пойдем. Жуткая тишина. Просто представьте, что вы вот так в темноте полной стоите в этом пустом здании. Ну, не совсем пустом, как вы знаете. У вас фонарик, труба в руках. И где-то там на третьем этаже вдалеке слышите, как падает стул. Ух, хоррор. Жутко на самом деле. Так, камера. Так, первый класс. Дверь заклинила. Жаль. Вторую тоже. Теперь. А, я думаю, мы знаете, куда сейчас попадем. Ну-ка. Ну да. Мы попали в вестибюль. Хорошо, что у нас тут еще есть? Туалеты. Ненавижу туалеты. Что это там такое? Так, ну вроде все закрыто. Такое ощущение, что он там что-то какое-то весло или что это, багор какой-то, что его можно взять. Но не берется. Ну и черт с тобой. Возможно, это просто тупо швабра. Чем мы тогда сюда ходили? Непонятно. Так, хорошо. Пойдем вторую. Ой, так. Свободен. Ты один там такой красивый. Похоже на то. Так, и что мы тут делаем? Может, у нас в писсуарах что-нибудь есть? Да нет, вроде. Здесь, короче, тупо ничего.
Не знаю, это школа, это, по-моему, просто кошмар какой-то. Так, учительская, и потом, скорее всего, мы пойдем либо в подвал, либо наверх. Посмотрим. Да, не поддается. Камера, в принципе, на удивление удобная. Временами только, конечно, она показывает больше вас, чем врага. И это довольно сильно мешает. Внутри ничего нет. Это типа чуланчик какой-то, что ли. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас на втором этаже. Что-то там определенное есть. Тихо-то как. Ну, здесь, кстати, вон химлаборатория, про которую, помните, говорили в конце предыдущей серии, мы смотрели. Там что-то было написано кровью. Про химию. Смотрим. Тихо. О! Опасно. А, свали. Да, блин, ты посмотри, что делает. Да, ёлы-палы. Так, тихо, сейчас меня убьют. Фух, успел. Кстати, лечилок много дают, да? Свалит оттуда. Фух, все, приехал. Ученички, понимаешь. Там у нас кто? Авраам Линкольн, что ли, на крыше? Нет, это вообще непонятный мужик. Фух, так, ладно. Класс. Что на стенах, не понять. Я просто хочу сэкономить пистолет на более серьезных противников, потому что, мне кажется, они тут будут. Ой, жуть какая. Да, рисуночки у вас, ребятки, в классе. Так, ну и что мы тут делаем? Зачем мы вообще пришли в этот класс? Просто посмотреть на этих милых, без сомнения, ребят. Похоже на то. Это параллельный класс, наверное. Хотели бы ночью в таком месте оказаться. Круто. Так, это что? Silent Hill? Возможно. Или что это? Не поймешь. You? А, кто ты, написано, понятно. Так, ну дочь что-то вообще нигде не видать. Ничего не видно. Поэтому выходим, пожалуй, отсюда. Я даже не знаю, зачем мы сюда ходили. Кругом только странные надписи на стенах и все. Не более. Больше тут ничего хорошего. По одному-то они опасности особой не представляют. А вот если несколько, уже может быть больше проблем. Да. Так, хорошо. Два туалета. Музыкальный класс. Где же Шерри? Опять вы. О, сразу два. Отлично. Ой, сожрали. О, неприятно. Так, ну и возвращаемся. Что поделать? Где-то примерно там же.
Надо будет почаще стрелять. Так, ну давайте просто убиваем их и осмотримся. Они, в принципе, не такие уж и злобные, да? Как я успел заметить. Там только пара товарищей в туалете. Я так чувствую, там кроме этих товарищей ничего хорошего и нет. Не знаю, давайте убьем. Отомстим как минимум. Ибо нечем. Фу, так. Ну. А где второй? Готов. Да. И на. С размаху ударил. Нормально. Так, патроны к пистолету. Блин, тут кругом, в принципе, ничего нет. Куда же я тут пришел вообще? Зачем я здесь в школе нахожусь? Пока не особо понятно. Но, в принципе, есть, мы видели там какие-то медали. Нужно вставить или что-то такое. Так, в класс я в этот раз не заходил, но мы уже знаем, что там ничего нет. Давайте зайдем в этот туалет, попробуем. Тихо. Это что было? Хорошо, валим. Я даже не хочу знать. Неспокойно от таких моментов становится. Так, теперь открыто. Ребятки. Попадает уже, ну. Да, патроны скоро уйдут такими темпами. Если бегать с трубой, то падает уже. Так, и вот опять неспокойная музыка. Если бегать с трубой, то нас быстро свинтят. Так что все двояко. Поэтому пока есть патроны, будем ими пользоваться. 14 осталось. Ой, что-то какой-то не особо хороший класс. Класс музыки. Рояль. Круто, интересно, что нам с этим роялем делать. Не открывается, странно. На вид она вроде бы и не заперта. Написано кровью. Сказка о безволосых, о безголосых птицах. Взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех награды. Бьет воздух белым он крылом, а тихий голубь обогнал его. Чего? И мимо пеликана пролетел, так далеко, как только мог. А вслед им черный ворон. Ну, понятно, это, в принципе, похоже, клавиши описываются рояльные. Показать, что он сильнее. Себе найдет потише место в соседстве с другой птицей. И после всех ленивая ворона садится, только лишь взлетев. Зевнувший мирно засыпает. Кто голоса даст без голоса? Понятно. Серебряная награда. За это нам дадут серебряную медаль, похоже. Так, ну и как нам вообще это все делать? Интересно, девки пляшут. Так, ну получается, это мы потом этим займемся, что ли? Потом. Сейчас мы... Что у нас здесь хорошего еще? К раздевалке пойдем? О, раздевалку мы любим. А тут внизу... А, там внизу у нас был этот непонятный бесплотный призрак. Да. Тихо. Какого хрена?
Камера мне, конечно, не помогает. Ну. Тихо. Ой, твою мать. Кошка. А, типа дверь там? Так. Блин, это было жутко. Я что-то не хочу уже выходить. Внутри ничего нет. Следовательно, нас кто-то... кто-то ждет на выходе. Именно тот, кто с таким чавканием сажал кошку. Это определенно радует. Давай. Сейчас выйдем, и там пипец, что будет, наверное. Блин, здесь реально ничего нету больше, что ли? В комнате вроде более-менее спокойно. Да, похоже на то. Запрещено бегать или играть в раздевалке. Конечно. Это детям скажи. Обязательно послушают. Фух, так, что-то мне не хочется туда выходить, честно скажу. Там такой рык был, как будто там, я не знаю, крокодил какой-то. О, а тут у нас обычные, уже обычные, то есть. Понятно. Как быстро мы к ним привыкли. Так, подожди. Лучше мы возьмем трубу и стукнем таки ему по голове. Да. Это ты, что ли, кошку убил? Погонь. Фу, так, хорошо. Ну, ладно, допустим. Для чего я тогда вообще вот в раздевалку ходил? Если там ничего нет, кроме кошки. Подожди, может там... Ну-ка, подожди, давай еще раз скажу. Может там на пол что-то упало около нее? Внутри ничего нет. И снизу тоже, соответственно. Ну ладно, выходим. Нет так нет. На нет и сюда нет. Дальше. Что у нас в этой комнате? Раздевалка, вопросительный знак. Там, похоже, не только я не понял, зачем мы туда заходили. Так, здесь у нас классы. И вторая лестница. Кстати, интересно. Итак, понял. Блин, это место какое-то ненормальное. Как я там выберусь-то? Они слева и справа от меня. Я сейчас побегу направо, там еще пара, наверное, будет. А-а-а, скотина! Ой, так. Так, да блин. Все, нет, одна, походу. В принципе, еще на один удар у меня хватит жизни, я думаю. Но лучше подстрахуюсь. И надо валить. Просто валить. Бежи. Хватать там еще третий, офигеть. Хватать пистолет. А, нет, это не третий, это мелочь пузатая. Понятно, тут вроде более-менее спокойно. Все свободно.
Да, дело табак, по-другому не скажешь. Я думаю, сейчас знаете, что нужно сделать? Сейчас нужно опуститься по лестнице вниз, добежать до вестибюля, потому что с этой стороны мы, скорее всего, откроем это место. Потому что если меня убьют, это опять столько оббегать придется. А убьют меня обязательно, я так чувствую. Сволота, откуда же вы беретесь в таких количествах? Так, там спуск в подвал. Туда я определенно не хочу. Фу, откройся, пожалуйста. О, спасибо большое. Это оно? Вроде бы оно. Да, отлично. Так, ну что, давайте, наверное, на этом закончим. А в следующей серии продолжим пробираться. Как видите, хватает здесь таких. Но Silent Hill отлично для меня, он никогда не был там какой-то дико страшной игрой. Он всегда был именно игрой с такой напряженной атмосферой. Именно с атмосферой, когда ты ждал постоянно чего-то недоброго. Но при этом мне практически никогда не было там очень страшно. Вот такие моменты, как вот когда там в туалете кто-то заплакал резко, это, конечно, было так довольно-таки неприятно. Так что, в принципе, игра мне нравится. Надеюсь, нравится и вам. Несмотря на прошедшее время и графику, все, по-моему, достаточно прикольно. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.